Уважаемые подписчики, зрители моего канала, всем добрый день. Как и обещал, Toyota Alphard. Проверить масло в коробке на прогретую, по всем скоростям пройтись. Но чтобы это сделать, надо, чтобы двигатель в принудиловку у него включился, потому что сейчас тепло, аккумулятор заряжен, и он просто глохнет. Как нам один из подписчиков, Евгений Лысенко, написал, нужно перейти в сервисный режим. Сейчас мы этим и займемся. Заводим ее, нажимаем тормоз для проверки, что он сейчас заведется и заглохнет. Все, он даже не заводится, потому что ему хватает батареи, но нам надо, чтобы он завелся. То есть берем его, выключаем сейчас. Я сделал скрин того, что нам написали. Вот у меня у Димона скрин этот сейчас. Сейчас все будем производить по тому, что там написано. Итак, начнем. Первое, включите зажигание, но не заводить. Нажать на кнопку без педали тормоза. Включили. Второе, дважды нажать педаль газа. Раз, два, нажали. Нажать на тормоз и включить N. Нажимаем на тормоз. И включаем N. На панели у нас загорелось N. Так, дважды нажать педаль газа. Раз, два. Нажать тормоз и включить парковку. Дважды нажать педаль газа. Раз, два. Нажать тормоз и кнопку включения. Все завелось, все работает. Спасибо огромное Евгению за то, что он нам помог разобраться с сервисным режимом. Сейчас мы будем другие манипуляции производить, нужные нам. Сейчас у нас он вошел в сервисный режим. И мы видим, он начал нам выдавать информационные таблички на табле Traction Control 2WD. И сейчас автомобиль прогрелся и сбросил обороты, но при этом он работает. Сейчас будем коробочку нашу прогонять, чтобы все скорости у нас проработали и масло разошлось по всей коробке. Заглох. О, он сам завелся. В сервисном режиме он не ездит у нас. Глохнет, но при том, что я его перевел обратно в парковку, он завелся. Пока мы снимали это видео и разговаривали про Евгения, к нам пришел он сам. Он говорит, что не хочет участвовать в видео, но знаете, что мы о нем заговорили, и он пришел, будет долго жить, либо богатым. Ну вот мы под машиной оказались, вот наша проверочная пробка. Машина у нас прогрелась, коробка по скоростям мы прошли. Сейчас коробка, машина работает. Будем откручивать и смотреть, сколько у нас там масла лишнего. Подставляем тазик наш и пытаемся крутить. Горячее все. И коробка горячая, нету ничего, значит мы залили масло правильно и надо бы еще, может быть, даже подлить. Еще почитаем, может быть, надо и не на заведенные, хотя вообще такие коробки проверяются на заведенные. Сейчас у нас мотор заглушен и мы попробуем открыть на заглушенное, будет там масло или нет. Типа микроэкспериментик, но если бы было, оно бы уже подтекало. Маслечка нет. Димон тут изъявил желание, как хозяин автомобиля, засунуть пальчик туда, мизинчик, и попробовать, уровень есть он там или нет. Ну, уровень однозначно есть. Насколько много его или мало? Есть. Значит, все в порядке. Ни много, ни мало, как положено. Значит, видимо, все-таки тогда не хватало, когда мы сливали. Не долили, видимо, когда делали. Пожалели пол-литра. Ну, читаем книжку, разбираемся. Если вы что-то знаете, пишите, мы экспериментируем дальше. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания. Подписывайтесь на канал. Переходите по ссылкам на Яндекс.Дзен. Там надо мне подписчиков, до 100 человек немного осталось. И к этому всему надо перейти в Телеграм и там на канал подписаться. Когда наберется 5000 подписчиков в Телеграме, я разыграю шуруповерт. Ай, какой молодец.